16 октября в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете состоялся молодежный образовательный форум «Омск. Твоя точка возможностей», посвященный поддержке инициативной молодежи и возможностям личностного роста. Более 150 студентов из омских вузов и СУЗов приняли участие в просветительской площадке. Учащиеся первых-вторых курсов посетили 4 образовательные секции, в рамках которых узнали о всероссийской форумной кампании, грантовых конкурсах, федеральной программе «Ты предприниматель», а также поучаствовали в интерактивной игре, направленной на развитие предпринимательских способностей. Перед молодыми и инициативными выступили депутат Законодательного собрания Омской области Павел Кореной и заслуженный мастер спорта России, паралимпиец Александр Кузюков. В одной из секций участники форума познакомились с нетворкингом. Я модерировал площадку, которая называется «Я команда». В рамках этой площадки мы занимались нетворкингом, такое современное модное слово. По сути, это обмен контактами для деловых связей. Ребята... для начала были немножко зажаты, потому что для них это была сейчас первая площадка. Стеснялись немножко рассказывать о себе, там как-то замыкались немножко, потому что студенты еще. В целом, в середине работы уже раскрылись, и у нас как итог есть целая доска со стикерами, с контактами ребят, где они писали, кто чем может быть полезен кому, какие услуги он может предоставить. В этом форуме мы как бы участвуем впервые, прошли первую площадку, достаточно интересно было послушать, поучаствовать в различных тренингах нашей командой. Нам дали возможность себя почувствовать молодыми предпринимателями, рассказали про проекты поддержки молодежи, про то, как мы можем открыть свой бизнес, что шанс есть у каждого, что тут главное начать, а в остальном нам помогут действующие федеральные проекты. Организаторами форума выступили региональный Минспорт совместно с Сибади и Молодой гвардией Единой России.